Психологический фактор имеет важное значение. Речь идет не о том, что вы панически боитесь воды, естественно, такого быть не должно. Речь идет о том, что если вы всегда тренировались и плавали в уютном и теплом бассейне, где температура воды 27 градусов и выше, она прозрачная и дорожки разделены. Ты со временем привыкаешь, и впервые попадая в условия открытой воды, организм человека испытывает дополнительный стресс.